Во вторник в 8 часов утра на улице Московской в Малорославце газель, остановившаяся перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пересекавших его людей, получила удар в задний бампер от ВАЗа, который не успел вовремя остановиться. Никто не пострадал. Около 12 часов в районе АБЗ в Обнинске столкнулись грузовая фура и «Лада Гранта». Фура двигалась в сторону плотины, сбавила ход перед спуском и получила удар сзади от «Лады», чей водитель не успел снизить скорость своевременно. 3 декабря в половине 9 утра на 101-м километре Киевского шоссе столкнулись три автомобиля. «Форд Фьюжн» не остановился вовремя и врезался в задний бампер притормозившего перед ним автомобиля, после чего получил удар сзади еще от одной машины. На момент прибытия съемочной группы на месте происшествия оставался только «Форд». Сотрудники ДПС успели оформить это дорожно-транспортное происшествие и освободить проезжую часть от столкнувшихся автомобилей. 15 минутами позже здесь же, на 101-м километре Киевской трассы, автомобилистка на «Ладе Ларгус» остановилась, чтобы пропустить пешеходов на переходе. Ехавший следом водитель грузовика не рассчитал тормозной путь по скользкой дороге и не смог остановиться вовремя. В результате этого фура ударила «Ладу» в задний бампер. Около 9 утра на улице Красных Зорь столкнулись еще две машины. ВАЗ-2107 двигался в сторону вокзала. Автомобиль занесло по скользкой дороге на встречную полосу движения прямо в передний бампер двигавшегося навстречу Рено. Как оказалось, владелец ВАЗа, несмотря на заморозки и гололед, не поменял летнюю резину на зимнюю, что и стало основной причиной ДТП. Ирина Пислегина, Алексей Гавшин, Николай Подлипалин, Обнинск ТВ.